Вас приветствует магазин Пнемат24. Сегодня у нас нож от компании Пират. Серия немного другая. До этого, вы помните, у нас была серия ножей в охотку. Они, кстати, еще будут. А это так называемая складная серия. Называется городской стиль. Эта модель ножа называется Коршун. По габаритам размер клинка 107 мм. Толщина 3 мм. Ну, в разложенном состоянии общая длина его составляет 250 миллиметров. Ручка выполнена из настоящего дерева. Клинок выполнен из стали марки 65Х13. То есть это медицинская сталь. Преимущества ее основные — это то, что она не ржавеет, хорошо точится, быстро тупится. Отличный вариант для рабочего ножа, не для хард-юза, но в случае чего, скорее всего, он вас выручит. Ножны здесь из кордуры. Конечно, это не настоящая кордура, это китайский заменитель, но тем не менее ткань довольно плотная, неплохая. Хотя сам чехол жиденький, форму не держит. Но свою основную функцию, функцию безопасности в случае открывания ножа, он выполняет. Сам нож, в принципе, сносного качества. Ну и также вас порадует цена, стоит он в районе каких-то 1000 рублей. Тип замка на этом девайсе называется Backlock. Такой вот ножичек. Приобрести вы его можете у нас в магазине. Кнопка в левом верхнем углу. Это был магазин Пнемат24. До новых встреч.